Высокотехнологичная офтальмологическая медицинская помощь доступна для социально незащищенных слоев населения. В Канаше стартовал выездной медосмотр для пациентов из социальных учреждений республики. Пенсионеры, ветераны, несовершеннолетние, дети, сироты теперь могут своевременно обследоваться и сохранить зрение. В мобильном комплексе проверяют остроту зрения, при необходимости выписывают рецепт на очки. Также измеряется внутриглазное давление и осматривается глазное дно. Мы все прекрасно понимаем, что возможности у людей разные. И вот эти вот выездные формы работы, как говорится, особенно социально незащищенным слоем населения, она позволяет выявить своевременно у большего количества населения. То есть и для удобства пациентов непосредственно, то, что мобильный комплекс приезжает и выезжает на места. Сегодня чебоксарский филиал МНТК обслуживает несколько республик. Подобный диагностический выезд уже проведен в Мариэл. Там обследования прошли более 400 человек. 124 пациента отобраны для проведения оперативного лечения в чебоксарском филиале МНТК. Раньше приходилось выезжать либо в Чебоксары, либо в другие такие диагностические центры. Это удобно как для нас, для специалистов и работников, так же и для самих родителей и деток. Дети очень рады, потому что все-таки возраст у нас у деток разный, от 3 до 18 лет. Поэтому кому-то, может быть, надо и к армии готовиться, и все. Но о проблеме своей можно и не знать. Но после обследования встает все на свои места, либо лечение, либо здоров. Сегодня и завтра в комплексе принимают пациентов из Канаша. На очереди Батырева, Алатырь и Шумерля. В конце апреля он посетит социальное учреждение Ульяновской области. Инесса Потапова, Александр Атиков, Республика.